ровно, блядь, иди. Можете, пожалуйста, Сергей Михайлович, у нас съемка запрещена. Вот, вот вам закон о съемке. Я вам еще раз говорю. Ну, мне по барабану. Съемка у нас запрещена. Чего там запрещена? У меня должник на приеме. Вы выйдите, пожалуйста. Так, сейчас я этот должник, кстати, и пригласил, чтобы разрулить ситуацию. Значит, я вам говорю, выйдите, пожалуйста, из кабинета. Нет. А вы перестаньте снимать. Я действую в рамках закона. Куда вы побежали-то? Алло. Это такой документик с собой не взяла, да, что не гражданин КРП? Я сейчас просто приглашу. А, можно ждать? Так я не ожидала, я вообще пришла. Хорошо. А? Пишешь хорошо? Хорошо пишу. Сейчас у меня 64-ю статью сразу. Просто я пришла узнать о задолженности у брата по квартире, он попросил. Меня тут, значит, паспорт забрали, говорят, отдавайте сотовый. Потом какой-то административный. У меня долги есть, но извините, я пришла по другому вопросу. У меня, по другому вопросу, если вы тоже являетесь должником. И что теперь? Забирать мой паспорт, забирать мой сотовый? На основании чего? Что, шайка жуликов, ну, пристав же у вас, наверное, спросил, что у вас оплата, не оплата. Нет, она спросила, она сказала, не, она пострелила у меня там долги, она сказала, у вас есть сотовый? У меня считывают так их. Вы предоставляете сведения, что у вас нет долгов, подтверждающие квитанции, все, и не вопрос. Так, тут что, звонок, уведомление, что-то нажало. Ну-ка, посмотри, ну-ка, пожалуйста. Да, мне... Не нормально все. Ну, поставь пока на этом, у нас же красный код. Вот это, федеральная служба соединения. Это ваш ОГРН. Теперь нам сейчас нужно уточнить, кто вы. Вот вы сидите, да, в этом помещении, в здании, да? Вот смотрите. У Арестова Дмитрия Васильевича, вот этот основатель вот этой вашей конторы, да, федеральной службы, это тоже все в свободном доступе. Можете переписать это все. А вы-то кому? Доверенность есть, доверенность у гражданки есть от него или нет? Вы какое отношение? Я пришел заступиться. За что? Средняя лицензия. Что хотели выяснить? Гражданка занимается разбоем. Нет, пойдемте в кабинет начальнику. Пойдемте. Гражданка занимается разбоем. Паспорт отдайте. Паспорт гражданки отдайте. Она убедится, когда пойдемте сейчас. Мы сейчас паспорт заберем, пойдем к вам в кабинет. Ну. Не вопрос. Ну. Отдайте паспорт. Сейчас заполнит она. Да, всю свою работу сделает. Да, и тогда... возьмите и все. Нет. Ксерокопию. Нет. Как нет? Ну так. Уже написали какой-то акт об отказе. Я его не стала принимать. И кто-то, левый человек, ну, работник ли здесь, расписал, что я отказалась это принимать. Это называется понятых. Присутствие понятых. Ага. Одного понятого. Понятно. Угу. Вот еще напишем 64-ю статью, можете ознакомиться. Я с вашей, так скажем, этой знаком уже. Отлично, отлично. Еще раз, вот когда все это дело, потом вы напишите. Сейчас мы свою работу сделаем, а вы потом. Сейчас вам паспорт отдайте, говорю. Сейчас заполнят документы все, и тогда это самое. Я не мешаю вам с ним? Не, нормально, вы хорошо получаетесь. Хожу в кадр, да, все, да, да. Очень фотогенично. Замечательно. У нас все хорошо. Документы берите с моего вопроса. Я выбрал, что мне нужно. Чтобы вам объяснить, да, рассказать. Ну ладно, я через полчасика зайду. Ну нет, вы еще не все поняли. Ну, мы все поняли. Ну, вот, вы потом будете понимать, когда вот вас стеночки поставят, да, вот тогда будете его понимать. А сейчас мы с вами просто разговариваем, общаемся. Мы вас не пугаем, но мы вас оповещаем. Ну слава богу. Чемодан убирается? Да. Сейчас паспорт гражданки вернут, и мы пойдем. Вернут после того, как будет рассмотрен протокол об административном правонарушении. На территории еще, чего? Еще вопросы. На я территории какой страны? Я не буду. Про территорию страны. Это вы там. Вот смотрите. Уберите, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Сейчас. Ну так убирайте. Вот смотрите. Не надо. Территории. Я не хочу работаете, это обсуждать. Это не существует. А? Что? Да. Сейчас мы паспорт дождемся и все. Больше нам ничего не надо. Вы не паспорт, вы преследуете. Конечно, в суд? Вы еще и в суд проследуете? Если нам еще судья документы свои покажут.
Ну, это вы. С судьей будете разбираться. Конечно. Все, на показе. Печать не поставил. Вы там с ней разбираетесь. Да? На территории какого государства вы там находитесь? Да. Чего вы на территории этого государства живете тогда? А вы нас оккупировали, товарищ. Да вы что? Да, вы сейчас работаете на оккупационные войска. Ну, понятно. Ну, сейчас вот. Ну, я вам сейчас все, конечно. Не, не надо. Я понял. Вот вы как сказали. Где ваша фирма зарегистрирована? Я так сразу понял. И это я уже читал. Ну, хорошо. Господи, главное, что вы все знаете. Да, главное, что потом, когда уже придут все наши, я вам помочь уже ничем не смогу. А когда ваши придут? Да, уже скоро. Откуда они? Скоро уже, конечно. Уже власти СССР восстанавливаются. А они где зарегистрированы? В смысле зарегистрированы? Ну, эти ваши. Но СССР-то не распадалось. Которые придут. Ваши-то, которые придут. Они, СССР-то они не распадалось. Придут? Так откуда? Так это наши местные. СССР-то оно большое. Патриоты. Это вот они не жили в СССР, может быть. Ну были что? Еще маленькие. А 50 год-то кому давали бы? А мы-то жили в СССР. А вы кому 50 год давали? Поэтому я и говорю, СССР большой. В армии-то служили? Где сейчас? Ваши-то где? Могу показать в документы. В какой Госбанка СССР? В какой точке СССР? Ваши. Прямо здесь. Ваши. Прямо здесь. А, прям здесь? Да. А, ну понятно. Конечно. Ну ясно. Это у вас территория нет. А, у нас нет? Конечно. Мы вообще в воздухе живем. Нет, вы живете в виртуальном пространстве. Правда? Ну, да. Ну ясно. Надо. Нам оккупантам-то что еще остается? Конечно. Да. Так же люди не ведут себя. Ну, конечно, да. Ольга Владимировна, это вы, да? Ага. Ольга Владимировна, почему не предоставляете судебному приставу сотовый телефон для акта выписи ареста? Потому что с какого перепугу вы лишите меня сотового телефона? Единственный источник связи. Может, дешевле оплатить? За, за что? За что? За что? А что там за предмет? Что у вас налоговая, 9 производств в отношении... Да я налоги уже полтора года. Третий год не плачу. Вы кому лечите, что налоговая существует? Какая налоговая? Вообще, я пришла по другому вопросу. Тут меня, значит, так скажем, по... должник, вы и что теперь? А почему человек только здесь узнает, что он должник? Нет, смотрите, я пришла по другому вопросу. Какая разница? Для нас, по какая разница, по какому вопросу пришли? Хорошо, что вы взяли, у меня паспорт забрали, и этот или сотовый, или там какую-то фитюльку, еще штраф какой-то. Здрасте, приехали. Я пришла узнать по вопросу. Штраф, по всей видимости. Ну, посмотрим, поживем, увидим. А мы отменяем решение судов в 10 дней, ребят. Ну, чего вы как маленькие? Ну, это же вы сами все эту руки придумали. Ну, конечно. Вам-то профсоюзу. Да, нам проще. Закон не закон, конечно, мы так и поняли. Конечно. Уже сразу, да. 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 У нас да. Есть. У вас же свой суд, наверное? Да, есть уже. НКВД работает, КГБ работает. Поэтому этот суд-то у вас уже, вы его не воспринимаете, который существует. Вот этот сейчас, который есть? Да. Нет, он для вас не суд? Нет, он зарегистрирован тоже в Америке, он не наш суд. Вы на него никак, нет. А как он 10 дней вам? Нет. Ну вот, допустим... судья написал какую-нибудь хрень, да, там, или штраф, или там какой-то, ну не знаю, там возьмем кредит, да, вот кредитов не существует. Я сам проверял, взял 270 тысяч, закрыл счет, не оплатил его ни разу, и все. И все, и счетов нет. Нет. У нас и денег-то нет. Да, Дмитрий Анатольевич, правильно сказал, денег нет. В плане того, что вот сейчас. Вот эти вот фантики, которые, они ничем не обеспечены, валют. А вы это чем обмениваетесь? А мы добрым живете, словом. Живете-то на чем? В магазине-то что покупаете? За что? Сотовый, пардон, за что купили? За признаки рубля. Это так называется, да, признаки, да, рубля. Да. А, не фантики уже, а признаки, ну, фантики, рубля. Признаки, то есть, когда надо пойти в магазин и что-либо купить, это уже не фантик. А это тут уже признак рубля. Вот так вот.
призрак рубля-то, да, вы покупаете, кушать-то хочется, да? Сотовый покупать хочется. Это ну, сотовый мне подарили. Ей подарили или вам? Нет, это мой сотовый. Это вас? А вы, то есть, по четным пользуетесь вы, реалисты? Это Китай. Китай? Это дружественная страна. Это дружественная? С какого? Для СССР она, по-моему, не дружественная была, насколько я помню. Насколько я помню. После Ханкингола-то, господи боже мой, и этого самого острова-то. А? Вы все, что же, наверное, все служили? Наладилось. Все, а, все наладилось? Все наладилось. Нормализовалось. И теперь она дружественная страна. Конечно. А, вот так. И, то есть их можно покупать. И, или это за признаки рубля? Прямо. За признаки рубля. А, ну, понятно. Это да. Это да. Ну, вот ответьте на вопрос. Чему стоит рубль? Я же куда знаю. Вот я не знаю. Финансист. Я так лед не могу. Плюс вы еще берете по 643-му коду, а хотите оплату хоть по 810-му. Убирайте 3 нуля и все, мы вам все оплатим, ребята. 3.15. Ну не ребята. Ну тем более, вы не ребята. Да? Для вас, в частности. Это я не знаю. Китайцы, может, ребята. Они вам дружественно знают. Да. А мы же оккупанты. Соседи, да? А вы работаете на оккупационные войска. А работали нам. Да. То есть мы не оккупанты. Вы работаете на оккупационные войска. Присягу кому давали? СССР, да? А вас когда? У меня? Ну, в смысле, которые мы работаем. А ну, а что у вас на этом написано? На чем? На эмблемах. Ну, что у меня написано? Ну, вот это вот крестик, да? Вот этот крестик. Такой крестик. Вот там вот, который под этим, под петухом товаром. Вот это называется фашина. Фашина. Не могу рассмотреть. Заинтересовали меня. Да, да, да. Что там? Да. И флаг у вас. Какая фашина. Ну, вот этот крестик, да? Вот если в интернет зайдете, да? Зайдите в интернет. Вот это фашина, которую вот Муссолини придумал. Римского права, да? Вот, оттуда пошли фашисты. Римское право, причем тут это разные вещи. Это римское право или что-то Муссолини. Вы же это не понимаете. Не. Вот смотрите, вот этот флаг, да, вот который на рукаве, да, вот, красный. Вот это флаг товарища Власова, который воевал на стороне Германии против Советского Союза. Понимаете? Химия. Ну как их химия? Ну все в свободном доступе, ребят. Ну да, понятно. Я же врать вам не буду. Понятно. Ну, занимайтесь своей Николаевич. Я так думаю, я вам передаю прямо это самое. Круг на руку. От одного оккупанта к другому. Так, мы освободились, нет?